Итак, после того, как вы зарегистрировались, сразу займитесь оформлением своего профиля. Не откладывайте на завтра. В меню аккаунта нажимаете на первую опцию Update Account Info и заполняете данные. Сразу загружаете фотографию, это обязательно для вашей же блага. И, как видите, я сейчас нахожусь на сайте savas.lt, на котором выложил слайд по заполнению. Пишите все, что указано стрелочками этими зелеными, исключительно на латыни. Ко мне обращается очень много партнеров с вопросом, что введенные данные не сохраняются. Основная причина того, что, скорее всего, вы пользуетесь переводчиком. Отключите его. Все, впишите и нажмите на кнопку, вот эту синюю «Сохранение». Если не срабатывает, обновите страницу и все делайте по новой. С некоторыми партнерами это получалось с 5-6 раза. Потерпите и доведите до конца. Так как после регистрации в вашей реферальной ссылке стоит почта. Когда впишете юзернейм или, как нам более привычно, логин, эта реферальная ссылка изменится. Вместо почты будет уже логин. Ну и это важно. Даже на бесплатном аккаунте вы уже можете отсылать свои предложения тем, кто регился после вас. Неважно, что не по вашей реферальной ссылке. Переходим в кабинет. Нажимаем вот на эту вот цифру. Ваша денежная линия. Иногда мы сразу попадаем на страницу рассылок. Но часто бывает, что открывается страница, где много фотографий, и люди начинают выбирать, искать кого-то. Делать этого не нужно. Просто нажимайте на фотографию любого человека, любого логотипа, и вы попадете вот сюда. Вот посередине здесь все ваши люди, которых могут здесь быть десятки тысяч. Вот как видите, сейчас у меня интересная цифра. 3-4 шестерки. Хотя в моей линии уже более 10 тысяч человек. Это значит, что я просто отсылал уже под посты. Мы видим здесь по 20 партнеров, 20 человек. На бесплатном статусе вы можете посылать посты по одному человеку. То есть, сразу говорю, вот этого окошка для ссылки, для бесплатных аккаунтов нету. Ссылку вы должны разместить в том же окошке пост. Длиной до 150 букв. Давайте я попробую отослать. И как и говорю, не важно, что ссылку я вставил сюда, у бесплатников она в тексте. Далее вы помечаете одного любого человечка, нажимаете на эту кнопочку, пост ушел, этот человек отсюда пропал, исчез. Но его место занял другой, и всегда здесь будет 20. Выбираете другого и так щелкаете по одному. Хоть раз в неделю, хоть весь день. Разницы никакой нету. Так как у меня статус бронза, вот у меня здесь есть такая кнопочка. Если я нажму на нее, помечается все 20 человек. То есть я могу отсылать группами одним кликом по 20 человек. Если я хочу кого-то убрать, вот просто в ручном режиме убираю галочки. Так как текст здесь на английском, я просто убираю, где вижу российские, украинские флажки, и нажимаю на кнопку. Сколько тут? 17-18 человек мой пост получили.
те, кто имеют статус Silver, они рассылают блоками по 50 человек, гольды по 100 человек и так далее. Еще пару мелочей. Кириллица здесь не работает. Человек не увидит текста, а много знаков вопросов. Так что просто пишите русские слова латыни. Когда человек получает пост, на самом верху он видит посты платины, затем гольда, сильвера, бронзы. И только в самом низу посты бесплатника. Это первый знак, что нужно повышать квалификацию, покупать статус. Но каждый из нас хочет здесь и зарабатывать, а без статуса это невозможно. Естественно, чем выше статус, тем больше заработаете. Ну, со своего кармана мы платим только один раз, только $20. И вот что еще хочу сказать по своей практике. Я после регистрации начал приглашать, и это была моей ошибкой. Сейчас поймете почему. Здесь есть возможность выигрывать статусы. Если вы, к примеру, сегодня приглашаете двоих партнеров, вы попадаете в списки претендентов выиграть статус на один уровень выше. То есть, если вы сейчас бесплатник, можете выиграть бронзу. В этом и была моя ошибка. Я сразу начал приглашать, через пару дней выиграл бронзу. А надо было в самом начале оплатить статус бронзы самому, со своих денег, затем приглашать и пробовать выигрывать. Ну, и я бы выиграл сильвер. Спросите, а какая разница? Очень большая в деньгах. На статусе бронза мы получаем 100% от первого уровня. То есть все $20. От второго уровня 50%. Это значит 10%. А на статусе сильвер процентное соотношение такое же, как и на всех статусах. Но цифры уже совершенно другие. То есть от первого уровня я бы получал по $50 сильвера, от второго по 25. Вот и в чем разница, и вот моя ошибка. Так что очень рекомендую сразу проплатить бронзу и только потом участвовать в розыгрышах. Попасть туда вы можете, снова выходя на обновление аккаунта, после нажатия этой кнопочки нажимаете на мигающая надпись. И вот она, страница выигрышей. Есть еще один момент. Если вы, к примеру, сегодня пригласили 5 партнеров и не выиграли, завтра начинаете опять все с нуля. Чтобы участвовать, вы снова должны пригласить не менее 2. То есть приглашенные не суммируются. И вот на середине вы видите сегодняшних кандидатов. Их тут довольно много. В левой стороне все, кто уже выиграл статусы. Справа топ-стоп пригласителей. Где-то там в конце нахожусь и я. Ну вот, на 78-м месте. Как-то совершенно случайно похвастался. Надеюсь, тут все понятно.